Цена только сегодня. Каждый день мы представляем вам один товар по исключительно низкой цене. Действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Специальное предложение сегодняшнего дня. Только за одну презентацию эти шторы были раскуплены в партии 500 штук, представляете? И сегодня они снова возвращаются на ваши экраны. Причем в эксклюзивных оттенках, что приятно вдвойне. Бархат Доваре сам по себе синоним роскоши, а сегодня он представлен в тонах, которые преобразят интерьер, и ваше весеннее окно будет самым красивым и эксклюзивным. Да, кстати, у меня бабушку, я 3 года уговаривала сделать ремонт. Она говорит, нет, это придется переезжать куда-то, у вас жить. Давай что-нибудь по минимуму. Я говорю, хорошо, бабуль, давай шторы хотя бы поменяем. Мы с ней повесили вот роскошную жизнь, наши шторы. Вы видели ее квартиру. У нее подружки все как в музей ходят. Естественно, потому что шторы занимают большую площадь, целую стену, и на них обращаешь внимание, а когда на стене бархат Доваре, особенное преображение для интерьера получается. Бархат Доваре – это французская технология, которую называют синонимом роскоши. Дворцы, замки украшены вот такими эффектами витража, да, как будто витраж, но из ткани. Удивительный прием, который придумали французские ткачи. Такие портьеры хорошо вписываются в любой интерьер, крупный вензель. Совершенно не спорят с рисунком на обоях. Это выигрышное решение, классическое, которое подстроится под любой тип интерьера. А наши российские дизайнеры нам добавили сюда люрекса. И заблестел Доваре, и добавил света и пространства в дом. А вот наш производитель сегодня еще один цвет добавил. Давайте знакомиться. Вот в этом отличие нашего специального предложения. У нас с вами потрясающая коллекция оттенков. Сейчас коричневый. На экране благородные, респектабельные шоколадные тона универсальны, и их легко вписывать и уже в готовое оформление вашей комнаты. Но у нас с вами есть еще сочная, яркая палитра. Например, у нас есть редкий цвет, фисташковый, который просто вот чарует своей нетривиальностью, и вы дадите изюминку в интерьер. В этой комнате будет легко отдыхать, потому что зеленый располагает к отдыху. Голубой, просто небо, вода, не такое вот, знаете, самое приятное. Ассоциации голубой идеален для спальни, цвет спокойствия. И давайте посмотрим с вами белый цвет. Платиновая красота, цвет слоновой кости, благородный айвори, зрительно увеличивающий пространство, буквально свадебный подарок, честное слово, потому что весна, время свадеб, вот этот цвет подарите молодоженам, если у вас есть такие события в жизни. И цена только сегодня 2499 рублей, скидка сегодня такая, которой больше не будет, 3500 рублей это скидка, вот на скидку можно взять шторы еще один комплект и тюль еще добавить в комплект. Представляешь, какая скидка? 4 цвета на выбор. Огромная скидка сегодня. И эта цена действует только сегодня. Ловите эту цену, фиксируйте ее. Кстати, вы сегодня ничего не оплачиваете. Юль, в какой интерьер посоветуем вот такие роскошные шторы? Вы знаете, мне очень нравится здесь рисунок и композиция. Вот я хочу с этого начать, потому что у всех разные обои, у всех разное оформление в комнате. И многие подумают, а мне подойдет, а мне не подойдет. Вот смотрите, как здорово. Классический вензель в стиле барокко подходит абсолютно в любой классический интерьер. Вензель выполнен крупный и по центру. Крупный – это значит не спорит с рисунком на обоях. Это значит, вот точно встроится в интерьер. Мне понравилось, что уплотненный верх, эффект ламбрекена получается. По центру вензель, имитирующий витраж, что очень красиво. Это нестандартно. Витражи всегда украшали лучшее архитектурное строение мира. Это добавление света в комнату. Слушай, Юля, а вот мы когда с мамой всегда шторы выбираем, она говорит, да, интересно, через сколько они из моды выйдут? А вот эти шторы выйдут? Ты знаешь, это вечная классика. Мы не говорим вообще о привязке к какому-то времени. Я рекомендую в такой классический монументальный интерьер, который именно с изюминкой, благодаря бархату Доваре, понимаешь? Это всегда будет уместно и всегда актуально. Классика всегда в моде. А это значит, инвестиция в ваш интерьер. 2499 рублей. И даже через 10 лет эти шторы будут
будут тоже актуальны. Главное выбрать свой цвет. Вот, кстати, фисташковый интересный цвет. Вот в какие обои должны быть, какая мебель? Смотрите, здесь приглушенный спокойный фисташковый оттенок. Он, в принципе, работает так же, как и коричневый, по универсальности. Я не делаю каких-то особых акцентов. В любой интерьер они подойдут, но я сделаю рекомендацию. Зеленый цвет. Почему он считается таким благостным? В цветотерапии есть такое решение, что зеленый цвет, он влияет хорошо на психоэмоциональное состояние человека. В этой комнате мы особенно хорошо отдыхаем. Улучшается биоритм, а у кого-то даже уравновешивается кровяное давление. Проводились эксперименты. Поэтому зеленый цвет, это даже называют его цветом принятия правильных решений. В этой комнате вы расслабитесь и получите полноценный отдых. Перешли к любимому Людиному оттенку. Да, он такой красивый. Кстати, очень многие сегодня у нас его выбирают, потому что бархат в голубом цвете, вот его у нас еще не было, да? Шикарный, эксклюзивный, необыкновенный. Ощущение, что жемчужину из раковины достали. Да. Много света будет в комнате. Обязательно, если меняете интерьер спальни, то в спальню голубой цвет. Способствует расслабляющий. Но это невестен цвет белый, который мы сегодня рекомендуем тоже как универсальный оттенок. В любой тип интерьера подходят классические вещи, поэтому я всегда за классику и, конечно, за стиль Возрождения, который всегда очень шикарный. Да, классика всегда в моде, и всегда в моде роскошная жизнь. Именно так называется сегодняшнее наше специальное предложение. Выбирайте свой цвет из четырех, и пусть в вашем доме всегда будет роскошная жизнь. Тем более сегодня еще и хорошо экономим. 3500 рублей. И цена таких штор за полный комплект на шторной ленте 2499 рублей. Слушай, Юль, я помню, мы с мамой 2 года назад купили бархатные шторы, повесили их, и она говорит: ой, слушай, помещение меньше стало, убрали в шкаф все. Ну, это сплошной был бархат, который действительно съедает пространство. В нашем случае бархат Доваре. Резной, кружевной, вензель, будто парящий в воздухе. Французы придумали, как из сплошного бархата сделать вот такую красоту. Витраж, который зрительно увеличивает пространство, который добавляет много света. А наши российские дизайнеры еще и обогатили его люрексом. Смотрите, какая красота получилась. Да, это, конечно, ох, слушай, а гладить нужно будет? Ты знаешь, мне очень нравится бархат Доваре из современных нитей, как у нас и есть. Его легко постирать при температуре 30 градусов, а самое главное, абсолютно не надо гладить. То есть это самый простой уход, который не требует особого повышенного внимания хозяйки. Бархатные шторы всегда добавят в ваш интерьер еще и статуса. 2 пары штор, получается, бесплатная доставка. Это специальное предложение дня. И цена только сегодня 2499 рублей.